Помидоры, огурцы прямо с грядки. Витамины, салат готовят здесь каждый день. Детям нравится, родители довольны. В Кудашевской сельской школе овощи выращивают на своем приусадебном участке. Урожай в этом году не очень хороший, но на зиму хватит. Картошку, свеклу, морковь, капусту, прежде чем положить на хранение, отвозят в Роспотребнадзор. Каждую осень, прежде чем кормить детей, мы везем на анализы овощи с пришкольного участка. Это требует закон, и от этого нам не уйти. Школьное меню составляют специалисты управления образования. Кардинально изменить рацион питания повар школы не имеет права. Эльмира Имамова старается просто разнообразить меню собственными продуктами. Компот варит из яблок, которые растут в саду. Вместо вермишели в суп кладет домашнюю лапшу. По праздникам на столе смородиновое варенье. На зиму заготовили и соленье, и компоты. В основном по субботам, потому что там уроков мало. Выпечку сама делаю. Кормят здесь детей вкусно и сытно, а самое главное – недорого. Один обед всего 15 рублей. Платят родители. Государство дотирует 6 рублей 80 копеек. В городских школах обед на 10 рублей дороже. Все продукты идут через госзакупку. В прошлом году были проблемы с доставкой. Новый учебный год начался без сбоев. Здесь мясо специально. Запасы крупы, мяса, овощей и фруктов в 4-й школе пополняют еженедельно. Хлеб и молочные продукты привозят каждый день. Выпечку здесь не заказывают, а делают сами. Повар Лидия Сергеева знает вкус своих подопечных. Старается баловать булочками, пирожками и ватрушками. 5 часов я ставлю выпечку, тесто замешиваю, к 7 часам она у нас подходит. Месить не один раз, а раза три приходится ее, чтобы она хорошо поднялась, потом уже выпекалась. От обеда в 4-й школе никто не отказывается. 100% посещаемость. Первую пробу снимают сами повара и медработник. Отзывы пишет журнал готовой кулинарной продукции. Да и родители контролируют, чем и как кормят детей в школе. Ежемесячно родители приходят в столовую, смотрят, чем кормят детей, как привозятся продукты, ну и другие вопросы на контроле у них тоже. Готовить на такой кухне одно удовольствие, говорят повара 4-й школы. Новая столовая оборудована по последнему слову техники. И в городе она пока единственная. Ирина Герасимова, Алсу Мукадас, Артем Брюхачев, Дмитрий Архангельский. Новости Юго-Востока, Бугульма. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».